Всем здорова, ребята, с вами Букреев, и сегодня настал судный день, воистину судный день, потому что вы меня все просили, чтобы я попробовал вот этот самый острый попкорн из американского сюрприз-бокса. Ой, ребята, вот он, а точнее не он, у меня аж целых 4 пачки такого попкорна, 4 пачки нахрен самого острого попкорна в мире. Я думаю, что мне одной будет достаточно, но вот что я вам хочу сказать, я остренькое люблю, но, ребята, не как славный дружок Обломов, не такое остренькое, а слегонца остренькое, да, то есть, ну, совсем чуть-чуть. Поэтому я думаю, что сегодня будет весело, я думаю, что этот попкорн не просто чуть-чуть остренький. Давайте для начала посмотрим упаковку, раскроем его, он прям вот в отдельной целлофановой еще, да, упаковочке, вот этот попкорн. И меня это, если честно, пугает, меня это реально пугает. Так, а запах? Никакого аромата, остроты нету. Главное потом еще в глаза руками не полезть. Я пытаюсь здесь найти, кстати, какие-то данные, да, по поводу... Забыл, в каких единицах вот эта острота измеряется. Но здесь нету. Здесь нету никаких данных, по-моему, по этому поводу. То есть написано просто, как данный попкорн, собственно, запекать. В принципе, здесь все обычно, ничего особенного. Реально, аромат маслицем. Пахнет каким-то маслицем. Но... Все вот эти надписи на упаковке, ребят, меня реально пугают. Посмотрите, ну серьезно, вас бы не пугало вот это? Особенно вот эта надпись вас бы не напугала? Я просто по-китайски плохо произношение, меня не буду говорить. Да, ребята, короче... А, кстати, еще хотел сделать акцент на том, что данный попкорн именно сделан в США, да? То есть он именно производится в США. И это как бы тоже, ну это приятно. Это приятно. Короче, ребят, погнали в микроволновку, запечем данный попкорн. И я его попробую прямо в этом видео, как вы просили. Открываем, бросаем, нормально, закрываем и включаем. Небольшой лайфхак, ребят, когда делаете попкорн в микроволновке, слушайте, да, то есть когда зернышки перестанут взрываться, где-то в течение 5-3 секунд будет перерыв во взрывах, выключайте, потому что если будет дольше, вы сможете спалить весь попкорн, потому что основная масса уже взорвалась, а там каких-то 5 зернышек осталось. Ну, вы поняли, нужно аккуратно. Пока у нас здесь взрывается, я думаю, слышите, нальем немножечко с собой молочка, ребята. Что я буду думать? Ребят, это я от перца, который там, я сейчас только что это кашляю. Ребят, попкорн готов, и я вам серьезно говорю, у меня нос щекочется и хочется кашлянуть, просто он делается здесь. Я не знаю, это очень странно. Мне честно, ребят, вот особенно видите, когда пошел такой пар, если его вдохнуть, ну короче, давайте попробуем, может это уже какое-то самовнушение. Попкорн готов, ребят, и я не шучу насчет того, что хотелось кашлянуть, и в носу как бы першило, особенно вот сейчас, когда я сижу рядом с этим попкорном, серьезно. И от этого мне становится страшно. Ребят, давайте, пока я живой, небольшая рекламная пауза. Да, и в конце рекламы будет, конечно же, конкурс. Некоторые люди, ребята, полагают, что невозможно совместить супермощный, неубиваемый, непробиваемый смартфон с охренительной камерой. Хотя казалось бы, что защищенный смартфон существует для того, чтобы забраться где-нибудь в сраку мира, ну, естественно, в красивую сраку мира, и там сделать невероятные фотографии гор, рек, озер и тому подобного. Так вот, ребята, Blackview развенчивает этот миф, создают они смартфон мегамощный, мегапрочный, и на борту у него будет камера Sony 48 мегапикселей. А камеры Sony, ребята, как мы знаем, очень хорошие. Также, ребят, вы не поверите, но в этот смартфон встроен тепловизор, мать его. Настоящий нахрен тепловизор. И вы сможете обнаружить ночью какое-нибудь животное. Ну, например, друга, который набухался и пошел пописать во двор вашего частного дома. Ну, или, может быть, зайчика какого-то в лесу. Смартфон реально крутецкий. Будет стоить где-то 400 с чем-то долларов, ребят. И самое главное, компания Blackview официально разыгрывает 10 таких смартфонов. Ссылочку на розыгрыш на официальную страницу я оставлю под видео. Шанс действительно есть у каждого. 10 смартфонов, господи. Обязательно принимайте участие. Есть шанс выиграть смартфон, и если вы участвуете в конкурсе, вы и Букреева поддерживаете, и для себя делаете хорошо, что можете выиграть смартфон. Ссылочка будет в описании. Иди ко мне, мой попкорник сладенький. Я не знаю, ребят, я прямо переживаю, но давайте вот просто возьму тут, ну, вот 3 штучки и... начну их кушать. Пошла острота. Очень остро. Мне это сложно проглотить. Давайте возьмем еще. Господи. Не.
Не, ну терпимо. Но мне кажется, у меня садится голос. Я молочко специально не пью. Ух, мне интересно, ребят. Отрыжки пошли, так и должно быть. О, бля, извиняюсь. Да, ладно, да. На самом деле, это очень остро. Это остро. Но это терпимо. Я даже могу сказать вам, что я могу это есть. Но я не испытываю при этом реально удовольствия. Мне кажется, что дружа Обломов, славный дружба, мазка. Гадость. Нет, кстати, ребят, вот я дышу и отпускает. Все, мне уже норм. Ну, жжет, конечно же, горло жжет. Но, в принципе, норм, я могу с вами разговаривать. Давайте еще покушаем. Пекут грубый вокруг. Ну, сам попкорн вкусненький. Ребят, блин, первое было, вот первое, когда ты съедаешь несколько первых штучек, прямо оно так, ну, реально поджигает. Все, а дальше это уже, ну, нормально. Реально нормально. Мне кажется, я себе, да, ребят, даже больше накрутил. Я себе реально даже, мне кажется, сильно много накрутил. Что будет что-то слишком жесткое, потому что реально чихал, когда этот попкорн готовился. А в целом, вот смотрите, когда у меня все там обожгло первый раз, первая ходка прошла, это вообще даже становится вкусным. Это становится вкусным, и это даже не страшно есть. Да, все печет, да, все горячо. Но я даже, ну, чуть-чуть совсем, может быть, такое, знаете, как, ну, как говорят, жар бросило, совсем чуть-чуть в самом начале. Мне постоянно, видите, я постоянно хочу дышать. Это самый острый попкорн, который я ел в жизни. Осуждаю. Осудительный момент. Упали? Мне попались вот такие типа беленькие сначала. О, пошло, и голова чесаться начала. Голова должна чесаться? Чешется голова, реально. Короче, попались первые беленькие. Вот видите, смотрите. Ай, надеюсь, сфокусируется. Белая, чисто белая. А следующую, ребят, я взял вот такую. Она уже желтая. Ой, как молочко хорошо помогает. Ой, божечки. Ребят, нет, нормально. Это очень прикольный попкорн. Есть смысл это пробовать. Я, ребята, думаю, что... Ух, мне три штуки таких не нужны. Да что ж такое? Подписывайтесь в мой инстаграм. Я разыграю три этих пачки попкорна. А, бля, случайным образом. Да, сейчас, подождите, что-то я реально уже острого хапанул. Я не хочу язык доставать из молока. Сразу начинает жечь. Слышите, я разогнался, начал его есть. Пошли сопли. Не, в натуре он жесткий. Ну ладно, это терпимо, но это жестко. Короче, в моем инстаграме конкурс очень простой, ребят. Под последней фоткой. Оставляйте комментарий. Какой-нибудь про попкорн, что-то про остренькое, что-нибудь забавное. И я потом случайным образом... Бля, горячо, реально. Случайным образом выберу победителя. Это не такая острота, как от чеснока. Не такая острота, как от васаби. Она прям вот держится, и она обжигает и жжет долго. Ну честно, вот, ну, у меня прям желания супер нет есть вот эту всю банку, например, за просмотром фильма. У меня вокруг рта все печет. У меня реально язык. Вот это я погорячился, когда начал его есть много, серьезно. Мне прям все печет. Ну вы поняли, ребята, конкурс Инстаграм. Все, где чувствительно во рту, оно все печет. Вот дальше в глотке где-то вот здесь заканчивается, да? Вот здесь заканчивается, дальше ничего не печет. А вот здесь все горит прям. Мороженое там надо есть, да? Не, да ладно, это я уже все выделываюсь. Вот когда молока выпил, вообще норм. А вот начинаешь сидеть 5-6 секунд, начинает реально жечь. В принципе, на этом все, ребят. Спасибо, что зашли на это видео. Вот такой попкорн Букреев попробовал. Я не знаю, это надо было такой челлендж сделать, типа сожрать всю пачку, но я бы тогда, наверное, вообще умер. Если я так охренячиваюсь, если я реально охренячиваюсь от там 20 штук, которые я съел. Бля, реально жжет. Мама, помоги, жжет. Все, ребятки, до новых встреч, пошел пить молочко и сопли поправлять.